Приветствую вас, дорогие друзья и любители минералов, кто неравнодушен, так же, как и мы, к природной красоте камня. И в этом видео я вам расскажу про такой самый известный, мне кажется, минерал – горный хрусталь. Горный хрусталь является прозрачной разновидностью кварца. Итак, у меня в левой руке друза, на котором можем наблюдать только отдельные кристаллы горного хрусталя, прозрачный. Все остальное можем сказать кварц. И в правой руке у меня прекрасное украшение, именно уже из хрусталя, вы видите, они абсолютно прозрачные. И считаю, да, что горный хрусталь, он если сильно прозрачный, то он не настоящий. Да, действительно, есть некоторые, так скажем, имитации, подделки, но наши специалисты отбирают только самые лучшие сорта. У нас все камни делятся по категориям. И у меня в руке бусы из минерала категории 2A, то есть высшей категории, именно поэтому они такие прозрачные. И каждый раз можете определить что это камень натуральный, да, а не, например, пластмасса. Вы его должны взять в руки, он должен быть холодный. И обязательно вот такой вот каменный звон, то есть пластик так не играет. В этом можете лично убедиться, приходите к нам, с удовольствием вам дадим потрогать. Итак, чем же у нас известен минерал горный хрусталь? Вообще, своей прозрачностью он похож, да, его называют родниковая слеза, камень чистоты, камень чистых каких-то энергий, чего-то такого высшего. Даже я не могу подобрать, да, вот таких слов, у меня все слово идет чистый, чистый, чистый. А горный хрусталь считается, что очищает нас от негативных мыслей, от негативных энергий. И достаточно просто этот минерал, да, подержать в руках, и сразу станет легче на душе, спокойней и так далее. А горный хрусталь прекрасен тем, что он не будет утяжелять ваш образ. Если вы наденете бусы из этого камня, они с легкостью будут сочетаться с сережками любых цветов, с браслетами и так далее. То есть его можно вписать в любой гардероб. И это очень полезно, потому что такие яркие минералы, как коралл или малахит, они требуют в себе определенной, так скажем, выдержанности стиля с вашей одеждой и с другими украшениями. И поэтому мы называем горный хрусталь и раухтопаз камнями-хамелеонами. То есть они удачно вписываются в образ. Также горный хрусталь очень хорошо носить в форме сережек. Вот у меня здесь есть украшение, собранное из мелких-мелких бусин. И они переливаются, как льдиночки. И на ваших ушках, да, или на шее, ну, потрясающе смотреться. Вот у нас есть небольшая коллекция, вот льдинка, смотрится вот потрясающе. Я вот некоторые эффекты, просто поверьте, не могу вам передать на камеру. Поэтому я почему приглашаю, да, вас? Потому что камень, он любит, когда его смотрят, когда его держат в руках. Да, вы его возьмете в руку, вы поймете вот то, о чем я говорю, мои эмоции, которые сейчас меня переполняют на самом деле. Мне очень нравится горный хрусталь. Вот, и горный хрусталь, он еще интересен тем, что этими камнями раньше очищали воду, то есть клали кристалл горного хрусталя в графин и считали, что как раз-таки вот эту негативную энергетику от воды, потому что все мы с вами знаем из каких-то, не знаю, там эпоса народного, да, что на воду делали заговоры, чтобы как раз-таки не выпить такую воду, клали кристалл горного хрусталя, и вода очищалась, можно было ее спокойно пить. Обо всех научных свойствах и магических можете прочитать в нашей энциклопедии камня. Можете задавать ваши вопросы в комментариях внизу. Я вам советую все равно прийти и посмотреть воочию на этот потрясающий минерал горный хрусталь. И до встречи на новых видео на нашем канале Урал Минерал.